Сегодня профессиональный праздник отмечают главные помощницы врача. 12 мая – Международный день медицинской сестры. Специальность эту компьютером не заменить. Работа, где без души никуда. Недаром раньше их звали сестрами милосердия. Как трудится большая команда медсестер дневного стационара областной больницы, расскажут мои коллеги. Любила ходить к маме на работу, там давали витаминки, вспоминает Юлия Гладковская. Потому, говорит, и захотела быть, как мама, медицинской сестрой. Вообще с 13 лет первый укол сделала. Внутривенный. Кому? Маме своей же. Под ее руководством. Она и научила? Ну да, она и научила. Отучилась в Купинском медучилище, потом трудилась в инфекционном отделении ЦРБ. В дневном стационаре областной больницы уже 2 года. Юлия признает, психологически сложнее всего работать с малышами, но иногда приходится. Теперь в клинике есть отделение детской онкогематологии. Взрослые с онкологическими диагнозами в соседнем процедурном кабинете. Медицинская сестра Ксения Караваева рассказывает, капать одного пациента порой приходится по 6 часов. Сейчас рука тверда, а вот в первый рабочий день, тогда еще в реанимации Кольцова, было непросто. Свои ощущения, да, я помню, тряслись руки. Под градом. Было страшно. Первую ночь на сутках у меня была реанимация человека. Кроме онкологических больных, призывники на обследование, дети с глазными эндокринными диагнозами, направляют пациентов и неврологи. Ежедневно больше 100 человек находятся под наблюдением команды дневного стационара областной больницы. 2 врачей и 6 медицинских сестер. Я молодой специалист, стараюсь от всех понемножечку учиться, набираться опыта. И рада, что есть хорошие, грамотные наставники, готовые поставить свое плечо в поддержке. И в помощи не отказывают. Пациент не идет на контакт. Медицинские сестры знают секреты общения, как и то, откуда черпать силы. Призыв в разгаре, мы тут как на призывном пункте. Поэтому народу много, работы много. А после работы время на что-то остается? Силы, время, желание? Ну да, уже остается, дети выросли. Ну, куда остается? Ну, интересы разные. Кукол шью, плету из лозы. Вышиваю бисером, очень люблю. Прям вообще это... Все в картинах, всем раздарила, всем успокаивает. У Нины Сычевой есть 2-е образование. Высшее – учитель биологии и географии. Поработала и педагогом, но вернулась в медицину. Потому что дело жизни. А в этой сфере трудятся лишь люди увлеченные. Независимо от того, какой день будет, все равно я иду с радостью на работу. Потому что я люблю свою работу. Наталья Цопина, Сергей Жданов. Новости ОТС.